Всем добрый день и добро пожаловать на канал. Сегодня я покажу, как делаю кукле волосы из ниток. Итак, вот куколку довязала только теперь ручки. Это моя, можно сказать, вторая такая мини-кукла. И волосики настригла из ниток одинаковой длины, вот таких полосочек волос, делю ее напополам, складываю. Далее вот уже начато здесь, можно посмотреть, и теперь продеваю крючок вот так в отверстие столбика без накида. Подхватываю сложенную вдвое нить, продеваю через столбики без накида и протягиваю сюда оставшиеся вот эти кончики нитей. Затягиваем посильнее, и так у нас образовываются волосы. По длине мы их можем впоследствии сделать одинаковой длины, а так как вот голова как бы вот закругленная, то у нас ровно не получится сделать, и поэтому нужно будет впоследствии сделать кукле стрижку. Еще можно сделать, если вот здесь подстричь передние волосики, так вот их аккуратно. Ну, это, конечно, нужно уже и, соответственно, не такие длинные прядки, а коротенькие прядочки сделать, чтобы нити не портить. И когда вот так подстригаем, будет спереди челочка. Ну и увидим чуть позже готовую куклу.